Здорово, ребят, с вами Арти, и сегодня у нас будет Fortnite, но будет он выглядеть необычно немножко. Мы поиграем сейчас без интерфейса, я вам покажу, насколько Fortnite может быть красивым на фулл настройках графики, ну и постараюсь показать красивую каточку. Вы не будете видеть моих хп, моих ресурсов, просто посмотрим на качественную картинку и хороший геймплей. Собственно, залутали мы поселок праздничный, вот, и бежим навстречу. 0 киллов, пока никого не встретили. Такой-то мне скинчевский классный, лама классная, просто за новое событие получил. Пока еще не фул выформил, но этот выглядит очень эпично. Опа, цебана, пассажир у нас. Еще мы посмотрим. Ой, началось, сейчас строительство будет вверх, да? На этом катка... А, нет, сейчас катка на этом не кончится. Какие ему дал, да, на 120, иди сюда, маленький. О, это новый змееныш, тоже скин. Я его пока тоже еще не выформил. Сейчас мы ему дадим. Ща. Да хорош наверх строится, алло. Давай слайд. О, он еще и редачится. Походу дело на этом катка и закончится у нас. Куда он делся, блин? Перезаряжаюсь после каждого выстрела. Не знаю, правильно это или... Он что, улетел, что ли? Строитель улетел. Я понял. Ну, собственно, первый пассажир, которого мы нашли, блин, я его просто в упор не вижу, куда он мог где... А, вон он, на зиплайне погнал. Сейчас мы... Это он стреляет? Это он сейчас... Ого, у него еще и снайпа, чуть не попал, кстати. Ну, ничего, сейчас мы разберемся. Давненько я в Fortnite не играл, если честно, под запись так тем более. Но я думаю, будет круто. А ну-ка, стой. 30, хорош. О, сейчас опять 10 этажей будет, походу, дело, да? Нет, давай. Твой дожать. Хорош, первый кильчик, ребят. Хорошо, зиплайн, это как я ему долбанул-то, да? Блин, снайпу надо забрать, да. Классная снайпа, люблю эту снайпу, но с глушаком мне больше нравится, конечно. С глушаком нравится больше. Надо ховерборд, наверное, взять. Либо вот эту новую штуку, я вижу ее, да. Пролагала меня как будто бы. Не знаю, не хочу я ей пользоваться. Ховерборд классный. Посмотри, какой он розовый. Смотри, блин, можно просто на нем стоять и чилить. Очень круто выглядит. Ладно, погнали. Погнали, ищем пассажиров. Хочется записать хорошую катку, даже если она будет не победная. Да просто давно не было Fortnite. На самом деле, ты же знаешь, да, я очень-очень много стримлю Смайт. Но помимо Смайта я очень-очень много играю в Fortnite. Хотя почему-то его не стримлю, не записываю. Не знаю, мне кажется, уровень моего, как сказать, строительства не достиг еще того, чтобы показывать что-то на стримах. Вот. Что-то голову мне перешить, не пойму. Ну, пока покатаемся, найдем новеньких. Опачки, кто там ломал только что? Ниндзя, 32, хорош. Блин, новый дробаш мне так нравится. Сейчас, ребят, нервничаю, давно не записывал. Давай, блин, они все строиться научились. А я так строиться, блин, так и не научился нормально. Ай, хорош, блин. Не вижу, сколько у себя хп. Но ничего. Я думаю, мы не умрем. Тихо, ты чего, блядь? Ломай. Дожимаем. Но сейчас он мне, проходу, дело кончит. Стой. Хорош, на 40. Давай еще раз. Хорош. Второй пассажир. Запьемся, не знаю, сколько мне надамажил. У меня была одна баночка, по всей видимости. Потому что больше она не юзается. Может, у нее хилки. Блять. Ну, вы поняли, да, какой я строитель, конечно. Но я вижу там бочку. Бочка — это кайф. Блин, еще болтинчик. Ну, сначала бочку, наверное, да? Да, сначала бочку гасим. Давайте посмотрим, что будет. Блин, анимация новая. Отхил — это просто космос. Смотрите, даже жидкость отбавляется. Нет? Да, отбавляется. Я думал, мне показалось. Очень круто выглядит. Блин, столько лута сейчас. Сейчас живили новые карты. Поиск сокровищ. Типа, находишь карту, выкладываешь сокровища. И там, ну, в основном легендарный лут. И сейчас все просто с легендарным лутом бегают. В каждой катке миллион просто легендарных пушек. Ладно, погнали на ховерборде. Еще тяжело зону, я не вижу зону. Я просто езжу, типа, и не вижу зону. Типа, такое себе. Сейчас посмотрим. Наверху никого. О, вон они, строители. Ну, я не знаю, пушить его я... Блин, херня ховербордов этих, то, что он не запрыгивает нормально наверх. У меня почему-то не получается. Мы сейчас объедем его по тихой лавке. Ловки,
объедем. Там, блин, еще кто-то строился. Сейчас мы эту штуку тоже залутаем. Не будем лутать. Сейчас крашку здесь бегает где-нибудь кто-нибудь. Зона, по всей видимости. Опа, там строение было слева, ну ладно. На самом деле, я, знаете, сюда зачем приехал? А не зачем. Я хуй знает, зачем поехали обратно. Тут не более все залутано. Блин, нам надо на гору. Потому что там этот чел. И как бы он нам не даст просто. Не даст проехать. Смотрите, про что я говорил. Вот хоть убейся, но я просто не могу на нем запрыгнуть никуда. Но выглядит он четко. Выглядит он четко. Прям космос. Вон они, форты новые пиратские. Очень крутые, много лута там. Квест, кстати, так и не выполнил по поводу того, что нужно пушкой в кого-то попасть. Не знаю. Напиши в комменты, кстати, ты выполняешь боевой пропуск новый, бесплатный, вкусный боевой пропуск. Потому что я не могу. Я не могу с этой пушкой разобраться, остальные все я квесты, естественно, уже сделал. Я никого не слышу, просто никого не слышу, никого не вижу. Но эти штуки классные. Кстати, у меня не работает почему-то на них кнопка. Кнопка перемещения. Ну, там буст какой-то, то ли прыжок есть на них. Не, я сейчас покажу. Смотри. Я могу просто кататься. И, собственно, все. Я могу прилипать. Но не могу подпрыгивать почему-то. У меня нет, как бы, не знаю. Надо забиндить, наверное. Но у меня из-за бинт слетел. Мог слететь бинт, ребят? Бинды, в смысле, они вообще могут слетать? Учитывая, что я вообще ничего не делал в игре, как бы, но ничего не менял. Не знаю, по-моему, бред. Опа, опа, ребята воюют. Ребята воюют. Сейчас, маленький. Бляха-муха. Вот единственный минус, она же громкая просто, жесть. Наверное, вся Ивановская слышала, откуда я стрелял. Ладно, что посмотрим. Какой-то баг у меня, видели, справа был в прицеле. Непонятный. Мне что, ресурсов не хватает, я не пойму. Челики воюют, других челиков вообще нигде не видно. Как бы. Но занимать позиции надо. Раз они все здесь, значит зона здесь где-то. Зона где-то здесь. Я почему-то не вижу. А, ну не, вижу зону, она едет, вон она. Ага, я вижу чела. Ну остановись. Да собака ты. Залутайся. Бля. Уже дважды я спалился, но он за зоной вроде как лутается, поэтому такое себе. Он что, срулил, что ли? Блин, у всех есть батуты теперь из-за этой штуки. Телепорт и рифты, блин. Кошмар. Просто кошмар. Как тебе, кстати, Fortnite на максимальной графике? По-моему, выглядит охрененно просто. Просто охренительно выглядит. Кто-то есть. Мне кажется. Ты понял, а какой я строитель? Еще в начале катки, я думаю, понял все. Но, по-моему, тут подо мной кто-то бегает, или мне кажется. Может... Ох, ты ж собака. С ракетницей. Хорош, хорош, блин, я уже обосрался. Напудюхал в штаны, блин. Чёртова ракетница, это просто жесть. Блин, еще один. Я его сначала даже не услышал. Ну, сейчас мы, ребят, все сделаем. Надо похилиться. Потому что я не знаю, сколько мне хп снесли в итоге. Сейчас. Папич стайл сыграет у нас. Не хочу умирать, хочу катку тебе нормально записать. Блин, сука, наверху. Да как уровень строительства у меня слабенький. Я стараюсь отыгрывать от тактики. Как бы от умения, ну, не знаю, стрелять что ли. И правильно позиционировать себя. Не знаю, насколько это нормально в Fortnite, но сейчас посмотрим. Где он, блин? Я не помню, он пытается ко мне пробиться, но что-то я не пойму, куда он пробивается. Где-то здесь бегает, прям вот у меня здесь. По крыше. Или не у меня вообще. Ты чё? Ой, хорош, на 154, господи. Ты труп, братан, ты труп при всех раскладах. Тебя дожму. Хорош. Два раза по 150, блин, новый дробовик. Ну, последний, который выходил, ты просто огонь. Новая помпа, так сказать. Блин, сколько ж людей осталось, интересно. Остались ли? Вообще остались кто-нибудь? Так. Чекаем. Чекаем, никого не видим, я понял. Опачки, это что такое? Почему беззвучно стреляет по мне? Лол. Где он там?
Эти строители, которые в коробках сидят, это просто капец. Я понимаю, конечно, что, наверное, нужно учиться строить и тоже так делать. Но, блин, нет, я так не могу. Это же неинтересно. Нет интереса в игре вот так вот сидеть. Я не понимаю, зачем они это делают. Лишь бы победить, что ли? Я тоже сейчас хочу победить, конечно. Но не настолько. Не настолько, чтобы сидеть в коробке металлической. Просто, не знаю, наверху. Еще бредово выглядит, конечно. Покопаем пока ресурсы. Не знаю, сколько у меня ресурсов. Но надеюсь, что он есть. Ресурс. Хоть один. Не, хотя я двух человеков убил, по-любому с них что-то упало. Мне просто почему-то дерево не было не фул изначально. Это очень странно. Короче, я так думаю, что мы его будем обходить. Иначе по-другому просто не прорвемся туда. Где? Так, так, так. Ты добавил меня, блядь. У меня что-то со звуком, блин, хорош. Хорошо я его продолбил, блин. Я не слышал его почему-то, как он ко мне подходил. Новый скин, кстати, пиратский. Очень тоже крутой, мне нравится. Но это не он, наверное, был с бар... Или, слушай, это, наверное, он. Он меня увидел, скорее всего, и спустился. Ну, я так думаю. Опа, airdrop подъехал. Никто не хочет подраться за airdropчик. Блин, часть зоны в тильтах. Как бы такое себе. Посмотрим. Ракетница, я не знаю, брать, не брать. Выпью-ка я. Не знаю, сколько у меня хп. Так, ракетница, ракетница, ракетница. Наверное, возьмем баночки, да и ракетницу. Сейчас расстояние уже небольшое, зона-то меньше стала гораздо. Так, тихо. Никого не вижу, никого не слышу. Блин, ну не может быть, чтобы они не бежали как бы на звуки выстрелов. Это очень странно. Слушай, вообще никого нет. Надеюсь, он там сидел все это время. Что за рофл? Что за люди играют? Он рили сидел, ждал, пока я с чуваком подерусь. Что-то залагало меня. Видели, блядь? Я думал, я отлетел. Короче, лам... Да, блядь, лагает у меня в его постройке почему-то. Fortnite, очнись. Короче, я надеюсь, он ко мне... Еще сзади, блядь. Я надеюсь, он ко мне сейчас спустится. Так. Ладно, ладно, похилимся, похилимся. Потому что я не знаю, сколько мне тот долбанул. Или не похилимся, успеем похилиться? Так, 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 так. Блин, а сколько же я баночек-то подобрал? Блять. Походу не будет топ-1. Походу не будет топ-1. У меня есть костер, наверное. Я видел то, что я брал костер. Капец, как нужен костер. Да хорош мне ломать. Блин, у меня передо мной чел, сзади чел и надо мной. Да что за лаги? Fortnite себя ведет непросто. Я не могу вылезти. Смотри, нижнее это не редактируется. Ладно, попробуем тикнуть оттуда. По оружию все хорошо, по хилам непонятно. Сколько банок там? Все, блин, банки кончились. Просто ужас. Ну, мы им, короче, сейчас подпортим, пока они там воюют. Пока они там воюют, значит. Главное, чтобы здесь не... Что это за звук? А, это, блин, деревяшки так трещат. У меня, наверное, по ресурсам тоже все плохо, раз они, ну, как бы не фармятся. То есть не выпадают. Полтинничек. А я одну банку выпил, значит, полтинничек могу запить. Хорош, хорош. Зона у меня вроде как, поэтому все хорошо. Как все хорошо, учитывая, что я не знаю, сколько у меня хп. Так, такое себе. Надо убить кого-нибудь. Надо кого-нибудь убить срочно, чтобы выхилиться. Сейчас там есть кто-нибудь? Да, там чел. Чел, 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 чел. Сейчас подожмем, подожмем. Блять, надо строиться. Надо строиться, либо убегать. Зона-то пошла, я-то не вижу, куда она пошла. Туда она могла пойти. Короче, здесь подожду пока. В металле посижу. Блять, дерево не фармится. Они там воюют, кстати. Я надеюсь, что вот этот воюет, который передо мной сейчас был. Ну нет, смотри, он меня ждет. На 120 дал ему, хорош. Блин, ракетница, это имба, ненавижу ракетницы. И те, кто играет с ракетницами, но сейчас. Раз у меня такой, типа, мини-челлендж. Играть без интерфейса, без всего вообще. Не буду говорить, какие это сделал, конечно. Вам это знать не нужно. Блин, сейчас бы еще раз попасть вот так вот, чтобы ему урон нанести. И он минус. Попаду? Нифига. Зона-то идет, по ходу дела, зона у меня все. О, ждет. Так, минус 30, минус 3. Ой-ой-ой, дожать, дожать. Вот сейчас он без хп останется, и он же меня и казнит стопудово. Нет? Нет, хорош, я еще и выхилился.
Так, зона у меня. Куда-то она дальше пойдет, непонятно. Сколько людей осталось, тоже неизвестно, но... Да блин, нормальная каточка так-то. Нормальная каточка. Сколько я, 7 человек уже убил или 6? Блядь, передо мной. Урон, урон, нанести урон. Тихо. Стройся. Не могу перезарядить. Хорош. Блин, он не последний был. Я думал, он последний рофл. Какая-то жесткая катка. Блин, я просто не знаю, что делать. Я не знаю, сколько у меня хп, я не знаю, сколько у меня ресурсов. Я не знаю, сколько людей осталось. Так, одного вижу. Одного пассажира вижу. Иди сюда, братан. Иди. Давай, блядь. Дожать. Хорош, господи. Так это победка была. Ебой. Нормальная каточка, ребят. Ставим лайки, подписываемся на каналчик. Отлично.